Тонкие джемпера Свитер Слайт Англия. Бренд Эсмара, размер 44-46, 70% вискозы, 30% полиэстера в составе. Здесь у нас размер М, хлопок 100%. Мужских мало, в основном будут женские тонкие джемпера и кардиганы, размер S. Англия, мешки по 15 килограмм. Далее тут М-ка 38-40 написано, то есть 44-46 получается российские размеры. Бренд New Look, размер указан 12. Тут без бирки. Категория экстра, но несмотря на это, состояние хорошее, то есть вещи без катышков. Не заношенная, не затасканная. Размер 10 здесь указан, то есть маленький получается, без катышков, в хорошем состоянии. Мужской джемпер большого размера, давайте посмотрим состав. Так, 100% хлопок, состояние хорошее. Дороти Перкинс, 48 размер указан европейский, соответствует 54 российскому размеру. Тут бирку срезали, размер примерно ML, скорее всего даже L-ка. В хорошем состоянии. Свитер слайд называется данная позиция, тонкие джемпера, кардиганы, в основном женские. Размер XL. Так, это, честно, я не знаю, как это. А, вот, это типа болеро. Бренд Папайя, размер указан 18. Акрил, по-моему, 100%. Бирки нет, скорее всего, акрил. Состояние хорошее. 44 размер здесь указан. Европейский соответствует российскому 50 размеру. Половину бирки срезали. Именно ту часть, где указан размер. H&M, размер L. Состояние хорошее. Атмосфера 40-42, то есть получается 46-48 российские размеры, средние размеры. Это тоже М-ка. Состояние хорошее, без катышков. Бенетон. Размер маленький, пуговицы все на месте. Brands Next, размер большой XL. Без катышков. Резинка в хорошем состоянии. Не растянутая. Кардиган женский марки George. Размер средний, небольшой. Мужской тонкий джемпер небольшого размера. Так, жилетка написано L-ка, хотя, по-моему, больше похоже на M-ку. Папайя, размер 12, получается примерно 46-й российский размер. На рукаве есть небольшое пятнышко. Давайте посмотрим состав. Вот она, бирка. Акрил. 100%. Марка Джина, размер 36, здесь указан европейский, соответствует 42 российскому размеру. Элька. Размер большой. Так, Джордж. Бирку здесь срезали. Примерно средний размер. Небольшое пятнышко есть на рукаве. Марка Next, размер указан 12, то есть примерно 46 российский размер. Не знаю даже какой размер, но он большой. Тут не указано, к сожалению. Далее, 36 размер европейский, соответствует 42 российскому размеру. Хлопок 100%. Состояние хорошее. Так, это L-ка. Размер большой. Далее вот такая кофта женская. Тоже акрил. Размеры разные. Есть вот такие маленькие размеры. SXS-ки, есть XL-ки. В основном средние, конечно, размеры 44, а и 46, примерно 48. Так, это M-ка. Мужской кардиган получается среднего размера. 38 здесь указан, европейский размер, соответствует 44 российскому размеру. Так, без бирки, бирку срезали. Луиза Чирано, это итальянский бренд, весьма дорогой.
Далее 14 размер указан. Атмосфера 40-38, то есть 46-44 российские размеры. В хорошем состоянии, не растянутая, без катышков. Размер S указан здесь, то есть маленький размер. Марка TSM. Марк Спенсер. Тут хлопок. Жилетка большого размера, женская. Тоже в хорошем состоянии. Так, это XL. Размер большой. И последний джемпер из этого мешка, марки H&M. Размер маленький, S-ка. На этом все.